Безотходное производство. Пока я тут доставала кастрюлю с куриными боршками, наливала супчик, который нам очень нравится, такой веганский очень, с цветной капустой замороженной, ну, покупала ее специально, там, с тыквой остатки, с морковкой, с помидоркой, со специями карри, по-моему, семенами чиа. Мы тут, ну, я как-то увидела, что она жрет эту самую, думаю, может, она есть хочет, ну, я ей как бы это отняла и дала поесть, и она стала есть. А тут пока я то все 5-10 картошку он чистила вареную. Она, ну да, ее не стесняет, что хозяин тут снимает ее на этот, на камеру, в смысле на телефон. Ее даже не стесняет, что она на столе сидит. Я заказала вчера в аптеке масло полыни, сегодня мне его, ну как бы его заказали, сегодня привезли, сейчас выкупила, 103 рубля, возможно, с копейками. Просто смотрела на Wildberries, там на Озон, средства, которые как бы отучают кошек лазать, где не надо. И там в составе полынь, либо апельсиновое масло. Ну, апельсиновое масло нам как бы так на раз, и я решила, что этот, можно купить полыни, эфирное масло полыни, делать какой-нибудь там водный раствор с ним, смачивать также этот кусочек ткани, протирать там элеватный диск, и это самое, протирать те места полки, где она лазает. Но она по большей части, ну, не, как бы не всегда идет на имя свое, Алиса. Алиса, Алиска. Я вообще пофиг. Но иногда вот я ее как-то зову-зову, и минут через пять она приходит. А иногда я просто ее как бы ищу, ну куда делась-а? Моя рука тут была. И она это выпрыгивает откуда-то, замаскировавшись. Кошка, ты вообще. Обычно кролики едят, ну там или курицы, эти шкурки вареные. Знаю, что какая-то кошка или собака у родственников или знакомых, еще не помню, ела сырую картошку. Кто-то ест огурцы из животных сырых, сырые. Может, ты это все-таки сваришь, я тебе там супчика налила. Нравится драть бумажку когтями и зубами. Мне пришлось тут одну картинку свою убрать. А другую, которая как бы календарь, смазать эфирным маслом. Алис. Ну вообще на столе как бы не едят животные. Вот супчик веганский, про который я говорила. Вообще с радостью хавает так. Нет, вчера генерально убиралась уже на кухне вообще 3 дня. У меня как-то растянулось. Они, ну, где-то так, наверное, 3. Мокрая уборка, сухая уборка. Ладно, пока, зритель. Если твое животное жрет что-то типа того или когда-либо жрало, можешь написать в комменты.